Швейцария. И сегодня я решила посетить те музеи, которые я не посетила тогда. Что ты испугалась? Мы теперь отправляемся в гости к бабочкам. Неожиданный момент. Надеюсь, вам будет приятнее. Смотри. Это ягуанчик, да? Тебе страшно, что ли? Это он или она? Еще не понятно, он еще маленький. Нет, я боюсь. Покажите. Ксюша, посмотри, он немножко другого цвета. Он будет отмахиваться, можешь погладить. Но не надо, не надо лучше. Если пугается. Ксюша, посмотри. Бабочки кушают. Ничего себе. Это они апельсинками питаются, что ли? Да, они сладким сиропом питаются. Здесь также можно посмотреть, сколько на бабочек. Ксения, посмотри, какая здесь интересная. Куколы бабочек. Смотри, они сначала висят, как куколки такие, а потом из них выводятся бабочки. Красота. Можешь себе представить, Ксюша? Ты когда-нибудь видела куколы бабочек? Нет, впервые. Я тоже впервые в жизни вижу куколы бабочек. Смотри, они сидят. Мама, смотри, да, черепаха. Смотри-ка, она крупная. Ой, посмотри, смотри, он наверх вылез, смотри. Да, он там и сидел. Какой шумилка. Смотри, какой шумилка. Посмотри, какой. Внимание, смотри, Ксения, не наступи на нее. Попробуй на ручку взять. Ему очень понравилось на платье. А мне оно нравится. Это шляпа и бабочка. Да ты что, с ними сложно, наверное. Утром покормить, попросить. Привет. Смотри, их сколько, Ксюша. Да. Крикун, смотри, какой крикун, да? Все так сидит, Ксюш? Ты аккуратно смотри вниз. А то они, видишь, наверху и внизу. Смотри, какие они. А это канареечки, что ли, да? Или? А, аманины и канареечки. Это была аманина. Сразу взяла. Смотри, там тоже бабочка сидит. Слышишь, видела? Такое райское местечко, где бабочки и птички. Они вон все наверху, все птички наверху.
Ну, это закрыли, нельзя там. Закрыли, ни в коем случае нельзя. То есть снотворным шумом? Да. Да. Я телепортируюсь в лесной лабиринт. В ленточный лабиринт. Вместе? Угу. Да, а что тут надо делать? Хочешь, раздвигаешь ленточки руками и еще. Мама, давай вместе пойдем в одну дверь. Давай. Ой, здесь темно, Ксюш. А, я ничего не вижу. Давай по полу, может, как-то искать. Сколько лент? А! Я же нашла. Что? Смотри, мама. Ну что? А-а-а! Я же нашла. Только что запуталась, я только что... распутался, лес везде, они холодные, они не знаю какие, но, короче, я сверну туда. Ой. Ой, стенка, пардон. Я ничего не вижу из этих лент, сколько здесь вообще, у меня такой вопрос, сколько здесь вообще лент. Вот, все на меня валится. Я в тупике. Ксюша, я здесь. А, запуталась, мам, уходи. Я здесь. Я сейчас запуталась. Так, стоп, вот здесь. Иди сюда, Ксюша, там потерялась. А вот здесь еще выход. Там еще дыра. А! Знаете, сколько здесь этих лент? Просто нереальное количество. Ксюша, подожди, не страшно без тебя? А мне без тебя. Мам, я боюсь. А что бояться? Сейчас мы не выберемся. А сейчас обратно туда пойдем. Вот. Мы должны выбериться, выбраться. Если мы из тюрьмы сбежали, то из ленточного мы точно выберемся. Все. Сегодня, сейчас мы смотрим. Все. Меня не пустили на лабиринт страха, потому что мне нет 12 лет. Так что пойдем на что-нибудь другое. Ой. Все, чтобы ты не уходи, пожалуйста, от меня. Здесь кругом стекло, здесь... Я иду за тобой, Ксюш. А? Я за тобой иду. Я стукаюсь, у меня уже все болит. И большой палец. Thank you.
Все, что ли, вышло? А на камере были реально не холодно. Всем советую, у кого хороший нервы, как у меня. Ну, мне реально там немножко было страшно. И сейчас уже я хочу вот так вот руки делать. Потому что я у меня там заела. А большой палец болит. Я вот так вот, когда ударилась, я его вот так вот согнула, в общем. Давай, напиши что-нибудь. Все что-то разбиваешь. Плохие оценки моего класса. Плохие оценки? Окей. А вторую тарелочку что будешь разбивать? Ты первый начнешь? Да. Мы вместе будем. Я боюсь. Че, боец, давай. Все, можно бить? Да, прям сильно-сильно. Сильно-сильно кидай, со всей прям дури. Молодец. Давай плохие оценки прям в десятку. Десяточка, молодец. Слезы. Не разбилась? Нет. Слушайте, никак не бьется. Что там у тебя не бьется никак? Надо выше, наверное, кидать, Ксюша. Молодчина, давай, последняя. Молодчина. 5 баллов. Друзья, вот я и прошла все музеи этого комплекса. Кроме одного, этого слова лабиринта страха. Придется сюда вернуться через 3 годика. Это что, если вам понравилось это видео, ставьте лайки, большие-большие лайки. И подписывайтесь на мой канал. Не забывайте писать внизу мне комментарии, понравилось вам видео или нет. Друзья, и не забывайте писать то, какой музей вам понравился из этой серии больше. Всем пока-пока!